Добрый день, добро пожаловать обратно на канал. Меня зовут Дал. В этом видео я хотела бы раскрыть такую тему. Поможет ли массаж вам стать умнее? Потому что, когда мы говорим массаж, мы говорим о том, что это помогает нам расслабиться, избавиться от накопившегося стресса, перевести в тонус мышцы, но мы не говорим об интеллекте. И я считаю, что это важное упущение, потому что действительно, да, любой массаж, любой вид массажа, в том числе особенно релакс-массаж, который я выполняю, он может повысить ваш интеллект. Как это связано? Когда мы застрессованы, когда у нас большой уровень стресса, наша голова, она буквально забита стрессом, мы приходим на массаж, где мы расслабляемся, где снимаем стресс, и мы начинаем мыслить более трезво, более спокойно и умиротворенно. Есть еще такой показатель, называется эмоциональный интеллект. Что это значит? Например, человек может быть очень умным, очень начитанным, отличник, способный, но замкнутый. И он может тяжело входить в общение с другими людьми, несмотря на то, что он умный, начитанный. Он придет на какое-то собеседование по работе, и он не сможет показать себя на все 100%, насколько он классный специалист, потому что, да, у него высокий уровень интеллекта, но уровень эмоционального интеллекта у него низок. Вот это любой вид массажа, особенно массаж, который расслабляет, релакс-массаж, он помогает как раз повысить и эмоциональный интеллект, как очень просто, через тактильность. Эмоциональный интеллект повышается, когда к нам прикасаются, нас обнимают, нас гладят, нас расслабляют. Поэтому массаж, он прекрасен не только для расслабления нервной системы, повышения тонуса мышц, но также массаж помогает вам быть умнее, и не только быть умнее, но еще уметь это показать и проявить. По-моему, это прекрасно.